Кать, почему у тебя грязные волосы? А потому что я фанатка Бритни Спирс, грязные волосы – это часть моего имени. Кать, зачем мне в таком виде показывать? Саш, жизни не хватает, Саш. Моему каналу? Твоему каналу. Вот жизнь, блядь. Рио де Жулебино, Бритни Спирс на кухне. Кружечка кофе, кружечка... А где кружечка с Монро, твоя любимая? Вот там. Там? А это из Барселоны. А почему у тебя нет кружечки из Бритни Спирс? Потому что у меня очень много другого, чего из Бритни Спирс, и кружечки мне не хватало. Не хватало! Так, надо снять, чтобы люди видели, что тут вообще за тело лежит. Касатка! Катька, подружка моя, не хочет сниматься, но она была на концерте со мной, на Бритни. На вот на Circus Tour. Смотрите, какой постер мы оторвали, блядь, с улицы. Я оторвала. Я оторвала. Зачем я его оторвала? Чтобы память была. Собирала все подряд. А где он провел 10 лет? Как он оказался тут у меня на кухне? В деревне. В глухой сибирской деревне, в тумбочке. Вообще. С плакатами, постерами и кучей еще вот таких тетрадок о Бритни Спирс. Так мама твоя молодец, что сохранила. Мама моя вообще хранит все. Каждую маленькую, даже вот такую вырезочку с Бритни и всем, что я собирала. Да? Да. Короче, мама сохранила Катина, и Катя вот привезла мне его. А я вспомнил про него. Говорю, Кать, ну был же плакат. Где он? Где? Он еще в квартире у тебя сначала висел. А, да, он у меня висел какое-то время. Помните? Короче, ну его привезла в таком состоянии, просто был как из жопы. Да не было. Он был как из жопы, потому что вообще он висел на улице. Под дождем. Под дождем. И птицами был обоссан, как сейчас помню. Это правда. Вот, но мы его это... Немножечко накатали на пенокартон. Вот такой вот. Вот он на пенокартоне накатан, потому что иначе было невозможно. Он весь скручивался в трубочке. А в аэропорту меня заставили его так согнуть, потому что он вручную кладь вошел. Я охуела. У меня был маленький рюкзачок, вещей не было, и вот так... Плакат, все мои вещи. И это пизда из победы, пидораска горевала. Поставьте его в эту коробочку. Туда ничего не может вместиться. Ну, нет, как бы он вмещается, но он чуть-чуть длиннее. Сгинайте его. Кошмар, Бритни. И мне пришлось его вот просто взять, переломить и свернуть. Он и так поживший, еще и сломить его. Переломать. Но не привезти я его не могла. Ну, конечно. А багаж его оформлять тоже. Ты теперь он висит, видишь, такой красивый. Вообще. Кать, ну ты рада, что такая память сохранилась? Конечно, я рада. Я любуюсь на него теперь каждый раз, приходя к тебе в гости. И вспоминаю, как это было прекрасно. Да. Он висит на кухне, вот занимается еще целую стену. Это 6 полос формата А1. Ну, классно. А вчера мы вообще пришли с концерта Линды. Не петь, не рисовать, как говорится. Но решили снять и видео такое искреннее. Да, веселенько получилось. Кать, у тебя сиськи торчат. Где?